Вас приветствует интернет-магазин Деника, с вами снова Рамис. И сегодня в нашем обзоре участвует телевизор от компании LG, модельный ряд 2016 года, а точнее LH530V. Телевизор обладает разрешением формата Full HD. За качество картинки отвечает новый графический процессор Triple XD, который обрабатывает уровень контрастности, качество цветопередачи и четкость изображения. Системой точной настройки Picture Visor вы сможете быстро отрегулировать глубину черного, цветовую гамму, уровень яркости и четкость изображения. Автоматическая система подавления шумов и усиления голоса поможет четко слышать речь актеров и телеведущих. А два динамика по 20 Вт обеспечат достаточную громкость в помещении. Несмотря на то, что телевизор не обладает функциями Smart TV, вы все равно сможете насладиться бесплатными играми. Рассмотрев заднюю панель, мы увидим все необходимые порты подключения и возможность подвеса на стену. Спасибо за просмотр. С вами был Рамис. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.